Рассказ Михаила Зощенко «Живые люди», читает Павел Беседин. Что-то последнее время я стал часто про попов писать. Сколько имеется важных и оригинальных проблем, а перо иной раз склоняется к описанию духовенства. Конечно, это тоже, я так думаю, отчасти сатира, если про попов писать, тем более они в настоящее время усилили свою деятельность. Многие из них включились в активное движение по завербовке населения в лоно религии. Другие хлопочут, чтобы их куда-нибудь там выбрали. Третьи вообще распространяют религиозные сумбурные идеи. Так что писать про это не есть отставание от жизни или там выбор безответственных тем. Одну сельскую церковь обслуживал старенький поп. И вот он чем-то захворал и уехал, и на его место прибыл новый поп, вдобавок молодой, энергичный, из новых кадров. Вот он прибыл в село и думал, что тут ему моментально отведут квартиру и все такое прочее. Но как раз этого-то и не случилось. У некоторых не было лишнего помещения, а другие стеснялись пустить к себе попа. Они говорили: «Попа мы пустим, а потом про нас будут говорить всякое там, дескать, пустили». Ну да. Подобное отношение не смутило энергичной души священнослужителя. Он так сказал на себе: «То, что вы меня не пустили на свою жилплощадь, показывает всю слабость работы моего престарелого предшественника. Но не такое есть лицо, которое отступает в панике и беспорядке. Жить в лесу и питаться шишками? Позвольте, я не буду. Я сюда прибыл не на рандеву, так сказать, а по требованию. И поэтому я поселюсь в самой церкви и стану там жить, пока не получу то, что меня удовлетворяет. В алтаре я не стану находиться, а за алтарем, где есть маленькое окошечко, я непременно поселюсь и буду там жить, хотя бы вы все с ума сошли». Среди придержавшихся в религии началось некоторое недовольство. Такое, можно сказать, божественное место, храм, а тут, короче говоря, поп будет сушить свои портянки, и вдобавок вдруг еще тут блох разведет или что-то там вроде этого. Но поскольку никто из религиозников не дрогнул в смысле представления попу квартиры, то так и случилось, как сказал поп. Он поселился в храме и стал там без смущения жить. И даже там на примусе что-то он себе пек, варил, кипятил и жарил. Это поведение вызвало большие толки, так сказать, и пересуды среди населения. Многим даже специально стали сюда приезжать многие, чтобы посмотреть в церковное окошко, как там устроился поп. Как он там? Нахал, живет и что себе стряпает. И вот проходит, представьте себе, 2 месяца, и вдруг в народе распространяется слух, что священнослужитель не только спит в церкви, но он еще вдобавок влюбился в одну вдову, и теперь ее сюда к себе в гости приглашает, не отдавая себе полного отчету, что он такое делает с точки зрения христианской морали. Во-во-во! Это последнее дело переполнило чашу терпения религиозников, и группа верующих решила накрыть попа с поличным. И когда вдова пришла к попу на свидание, и верующие вполне удостоверились, что так она и есть, как говорилось в народе, возмущение достигло своего апогея, предела, то есть. Кем-то был пущен камень в оконце, а кое-кто даже хотел бревном выломать двери. Но до этого дело не дошло,
поскольку сам поп открыл двери и вышел к верующим. Он им так сказал: «Квартиру вы мне не предоставили, а теперь вы, собаки, около моей двери шум поднимаете и разбили мне окно. Очень это красиво, благодарю вас, но вы напрасно тревожитесь. Мы, попы, не какие-нибудь там черные монахи, мы люди живые, и нам не чуждо все земное. И я могу повторить то, что я вам сказал. Жить в лесу и питаться шишками я не буду. А лучше вы подумайте, где мне иметь квартиру. И идите себе с Богом и не скандальничайте. А то, что вы мне стекло разбили, это такое нахальство с вашей стороны, что я даже и не знаю теперь, как я вам, к вам теперь относиться буду, и сколько завтрашнего дня я буду брать за каждую отдельную службу и за упокой вашей души». Верующие прямо удивились. Да-да, какой им попался поп. Они больше скандали с ним не стали. Но на другой же день подали в сельсовет заявление, дескать, вот какой случай, нельзя ли, дескать, попа отдернуть, дескать, живет в церкви и вдобавок вот такой-то имеет характер. Мы не преувеличиваем. Сельсовет энергично взялся за дело и с соответствующей резолюцией двинул это заявление в область с тем, чтобы там образумили попа. Там в области немножко над этим посмеялись и вернули заявление в сельсовет с указанием не тревожиться за частный быт попов. В общем, молодой, энергичный поп живет все еще в храме, и там он спит и кушает, но верующие, чего доброго вместе с кружком безбожников, уже начали отстраивать небольшую хибарку, куда и хотят с осени переселить попа. Только не знаем, переедет ли он туда. Ему в храме светлей и воздуха, конечно, больше.